Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Областной этап Республиканской олимпиады по школьным предметам в очередной раз собрал на Гомельской земле интеллектуальных, творческих и целеустремленных подростков из самых разных уголков нашего региона. Всего более 1000 лучших учащихся общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Сергей Иванович, как вы оцениваете организацию проведения этого масштабного ежегодного состязания? Организаторы сделали все возможное для того, чтобы наши ребята чувствовали себя очень комфортно. Созданы все условия для проведения олимпиад. Были подготовлены 11 площадок в учреждениях профессионально-технического образования для проведения олимпиады по различным предметам. Ребята жили в общежитиях. Конечно, мы позаботились и о свободном времени наших олимпийцев для того, чтобы можно было познакомиться, провести свободное время в кругу своих сверстников и, конечно же, и отдохнуть после проведения очень напряженных дней олимпиады. И основная нагрузка, конечно же, ложилась на сотрудников Института развития и образования Гомельской области. Особые слова благодарности хотелось бы высказать нашим высшим учебным заведениям, преподаватели, которых приняли участие в оценке работ наших конкурсантов, и 75% жюри – это преподаватели высших учебных заведений. Результаты областного этапа Республиканской олимпиады по школьным предметам уже известны. Достойный ли уровень знаний в этом году продемонстрировали учащиеся нашего региона? И как вы оцениваете перспективы предстоящего выступления сборной команды Гомельской области в республиканском финале? Качество образования с каждым годом должно возрастать. И я думаю, что эта олимпиада показывает эти хорошие результаты по возрастанию качества знаний нашими учащимися. Это можно отметить именно по участникам олимпиады сельской местности. Ребята с маленьких населенных пунктов, сельских школ являются победителями по многим предметам из 17 и показывают достаточно высокие результаты. Выросла результативность при проведении олимпиады учащихся школ Брагинского, Лельчицкого, Гомельского района. Конечно же, лидером остаются наши гомельчане. Это и ребята из города Гомеля, Советского района, Железнодорожного, Центрального района, областных лицеев, Гомельского городского лицея, гимназий районных. Одним словом, у нас практически нет ни одного района, за исключением, к сожалению, Ветковского, которые бы не имели дипломов первой, второй или третьей степени областного этапа Республиканской олимпиады. Сергей Иванович, а теперь давайте поговорим об изменениях правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования, которые уже в этом году вступят в силу в Беларуси. Как вы думаете, такая мера направлена на повышение качества отбора абитуриентов? И каким образом эти изменения скажутся на работе сферы образования непосредственно нашего региона? В соответствии с указом президента Республики Беларусь номер 4 от 9 января 2017 года об изменениях в предыдущий указ президента Республики Беларусь, касающийся правил приема высшее учебное заведение, среднее специальное учебное заведение, конечно же, эти изменения направлены в первую очередь на улучшение качества приема абитуриентов в высшее учебное заведение и среднее специальное учебное заведение. Некоторые скептики задают вопрос, зачем нужно было увеличивать количество предметов по централизованному тестированию или продлевать сертификат централизованного тестирования на 2 года. Другие меры, которые предусмотрены в соответствии с указом президента Республики Беларусь, будут направлены именно на повышение качества подготовки будущих специалистов. Хотелось бы особо отметить изменение правил приема в педагогические вузы. По профильным предметам аттестат должен иметь не ниже 8 баллов и средний балл по аттестату не ниже 7. Я коснулся только части тех нововведений, которые касаются правил приема в высшее учебное заведение и среднее специальное учебное заведение. Я думаю, что телезрители более детально познакомятся с указом президента. В школах педагогические работники на родительских собраниях смогут ответить на все интересующие вопросы будущих выпускников и родителей. И указ, естественно, найдет широкое свое освещение в средствах массовой информации. И в конце нашей беседы хотелось бы затронуть тему дополнительной занятости школьников. В учреждениях образования Гомельской области она организована как в период каникул, так и всего учебного года. Как удается с максимальной пользой для здоровья и саморазвития ребенка организовать для школьников интересный, а главное, безопасный досуг?
Конечно, хотелось бы, чтобы наши школьники не только проводили в стенах родной школы, гимназии или лицея в каникулярный период времени, в летний оздоровительный период, но и находили свое увлечение в учреждениях дополнительного образования. Сегодня созданы все условия для того, чтобы найти себя. Вместе с тем мы уделяем большое внимание укреплению здоровья, здорового образа жизни. По результатам 2016 года, во время организованного проведения каникул, занятости детей не было ни одного случая гибели детей или получения увечий. Это нас радует, и надеемся на то, что 2017 год будет еще лучше. Спасибо, Сергей Иванович, что нашли время ответить на наши вопросы. Благодарим вас за интересную беседу. Спасибо, Вероника. Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество со средствами массовой информации. А в заключение я бы хотел обратиться к родителям. Уважаемые родители, сегодня мы коснулись лишь части тем, которые заслуживают особого внимания. Я думаю, что обсуждение будет у вас дома, в ученических аудиториях и на родительских собраниях. Всего доброго.